Проповедь моя называется «Обратить время». Если вы смотрите анонсы, вы видели это название и некоторую краткий анонс. Были мысли, но углубление в эту проповедь я начал, вспоминая о другой своей проповеди. Она, насколько я помню, называется «Точное время» и проповедовал примерно 2-3 года назад эту проповедь. Она есть в разных вариациях. Вы сможете ее найти, но я не хочу сегодня повторять ту проповедь, а я говорю, что мое размышление или углубление, оно началось с той истории, которую я употреблял и там. Это царь Иезекия, 4 книга Царств, 20 глава, с 1 по 5 стих. «В те дни заболел Иезекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: „Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь“. И отвратился Иезекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря: „О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, делал угодное в очах твоих“. И заплакал Иезекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: „Возвратись и скажи Иезекии, владыке народа моего: „Так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень“». Очень интересная история, с разных сторон на нее можно смотреть, она впечатляет. Описана она и в книге Паралипоменон, и в книге пророка Исаии, с разных сторон можно посмотреть. Сегодня же я хочу углубиться в некоторые мысли, также, которые мы найдем в этой истории. И вот эта реакция царя Иезекии на слова Господа через пророка: «Ты умрешь». Ведь понимание, что мы умрем, для нас не новое. Кто из человеков, рожденных на земле, не знает, что он однажды умрет? Ведь это не вопрос философский, это вопрос реальности жизни. Человек рождается, человек умирает. Почему Иезекия так эмоционально реагирует на то, что общеизвестно? Потому что суть для него вопроса была не в том, что он умрет, а что он умрет преждевременно. Для нас эмоции, эмоциональность вопроса смерти не в том, когда мы вообще соприкасаемся с этим, а в вопросе времени, в вопросе каких-то неиспользованных ресурсов, какого-то неиспользованного потенциала, каких-то упущенных возможностей. Поэтому, когда Иезекия, он слышит Слово Божье и смотрит на свою жизнь, он предполагал, что у него еще есть время. У него есть еще определенный период, в который он может действовать. А вердикт пророка вверг его вот в эти сильнейшие эмоции и молитвы. Потерянное время. Это о том, о чем я сегодня хотел бы поговорить и поуглубляться в этот вопрос с разных сторон, на него посмотреть. Ведь когда мы говорим о потерянном времени, мы тоже эмоциональны. И если мы даже не говорим о прямой физической смерти, как в данном случае у царя Иезекии, то мы говорим о преждевременно завершившемся детстве, о оборвавшейся молодости, о неисполнившемся таком активном периоде нашей деятельности, когда кто-то заболевает, и, может быть, происходит трагедия, и он уже не может быть таким активным, как был раньше. О преждевременно завершенной семье, о детях, которые уже вышли из дома. Когда мы обращаем свое внимание на потерянное время в таком контексте, мы тоже эмоциональны. Это прикасается нашей души, мы реагируем на это. И чаще всего, думая о потерянном времени, конечно, мы думаем о том, что мы еще не сделали, что упустили. Но можно подумать об этом и в контексте того, что мы иногда не осознаем сезоны, в которых живем.
и делаем какие-то процессы не по сезонам. Давайте посмотрим на слова Господа Иисуса, которые Он обращает о пророке Иоанне Крестителе и о людях, которые шли к Нему и некоторые не шли. «А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице и кличут друг друга и говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Иисус говорит о том, что есть разные сезоны, и проблема некоторых людей, что они не понимают сезон, в котором они живут. И они неправильно реагируют на этот сезон. И если мы неправильно реагируем на какой-то сезон, этот сезон превращается в потерянное время. Он говорит, вам пели, вы не плясали, горевали, вы не плакали. У вас были сформированные взгляды, которые ослепили вас. Они не дали вам правильно реагировать на новые события в жизни. Так бывает в семье, так бывает с воспитанием детей, так бывает в каких-то других процессах. Многие сегодня, оборачиваясь назад, вспоминают 90-е или какие-то другие, в зависимости от вашего возраста, и вы видите там некие сезоны возможностей. И говорите, да что ж я вот там не плясал? А Господь смотрит, думает, а что ж ты сегодня-то не плачешь? Мы продолжаем упускать сезон за сезоном, потому что мы не разобрались в жизни. И мы снова оборачиваемся на потерянное время, и если более эмоциональные плачем, менее эмоциональные молимся или как-то по-другому проявляем тоску, и говорим, вот это время было. Бывает также, когда наши глаза закрываются от возможностей, и действительность происходящего закрывается нашими возможностями. И мы не видим сезона. Мы говорим, дети так быстро выросли. Да они нормально росли. Они росли как положено. Проблема была не в том, что дети быстро росли. Хронологически все было правильно. Просто в твоей жизни было слишком много возможностей. И эти возможности ослепляли тебя. Они закрывали тебя от действительности. Ты бежал за возможностями быстрее, чем ты осознавал сезон своей жизни. Такая история также описывается в книге «Четвертый царств» о Елисее и Гиезе, 5 глава с 26 по 27 стих. С одной стороны, когда Елисей отказывается от подарков военачальника сирийского Неемана, который получил исцеление от проказы, тот уходит, а слуга или помощник пророка Елисея Гиези гонится за ним. Он возможность увидел. Он думает, зачем упускать такую возможность? Вот господин потом хватится, а я ему скажу, а вот смотри, я такой вот умный, я все сделал, потому что я понимал, что это возможность, за нее надо хвататься. Он погнался, он взял подарки, ему помогли донести, он возвращается, он приходит к Елисею, Елисей его спрашивает, куда ты ходил? Да никуда не ходил. Где был? Да нигде не был. Вам отвечали так? А вы сами. Елисей говорит ему очень странные вещи. На уровне человеческого разума они звучат очень странно. Он говорит, мое сердце сопутствовало тебе, поэтому этот человек так был щедр. О, хорошо. А дальше говорит, но ты не понял времени. Разве сейчас время брать? Подожди, сердце сопутствовало, но не время. Так бывает в нашей жизни, что обстоятельства складываются, что кажется, сам Бог помогает тебе получить эту работу, сам Бог помогает тебе получать этот контракт, сам Бог улыбается тебе вот в этих отношениях. Вроде бы все так сопутствует, а потом ты встречаешься с Господом, и Он говорит, ты не понял времени.
Ты не разобрался в сезоне жизни. И Елисей говорит Гиези: проказа Неймана, из-за того, что ты не разобрался в этом сезоне, она будет твоим наследием. Так происходит, когда мы выходим из таких процессов неразборчивости ко времени, к сезонам. Это приводит как последствия к боли, к душевному дискомфорту. Когда описывается состояние Иова в проказе, написано, он взял черепок, он сел и начал чесать себя. Вот такой хочу образ вам, прообраз дать. Вот мы потом чешемся от этих сезонов. Мы чешемся от этих возможностей, за которые мы схватились, не подумавши, не помоливши. Нам показалось так правильно, а потом мы сидим и чешемся и думаем, а что сделаешь? А дети уже выросли, а семья уже разрушена, а то уже ушло, а в служение уже войти не можешь, а здоровья уже не хватает. Неразборчивость к эпизодам, ко времени, к сезонам – это делает нас неэффективными. Это рождает потом в нас боль, переживания. И когда мы вспоминаем эти обстоятельства или эти процессы, которые произошли в результате совершенных ошибок, когда они приходят нам на память, мы не хотим смотреть на них. Мы пытаемся отвернуться от этого. Мы потеряли это время в одном факторе, и мы теряем его еще и в другом, потому что мы не хотим обратить внимание. Мы испытываем стыд, брезгливость. А когда ты имеешь такие ощущения, конечно, тебе не хочется в этом пребывать. Ты хочешь пролистнуть эту новостную строку, а она всплыла снова у тебя. Это надоедливая реклама твоего прошлого. Мы научились ускорять время. Мы ускоряем его удовольствием. То есть, если что-то нас беспокоит, мы переключаемся на то, что нам нравится, чтобы побежать быстрее. Но мы не учимся замедлять время. Через размышления, через нашу остановку. Вы заметили, что есть разница между тем, когда ты смотришь то, что тебе нравится, или ты получаешь какое-то удовольствие, ну как-то быстро время летит, как-то незаметно оно пролетает. Или когда ты испытываешь какую-то нагрузку. Когда я первый раз после долгого периода встал на такой прекрасный инструмент издевательства над телом под названием эллипсоид, 1,5 минуты мне показались вечностью на нем. Я не знаю, как у людей перед смертью пролетает вся жизнь перед глазами, но мне показалось, что вся жизнь моя пролетела у меня перед глазами за эти 1,5 минуты. И ты смотришь, всего 1,5 минуты. Я уже мокрый весь, я уже с одышкой, мне уже хочется лечь и забыть об этом странном приключении. Мы любим ускорять время, и мы не хотим останавливаться, чтобы провести время в какой-то нагрузке, в каком-то размышлении. Когда Иезекия уже получил слово о исцелении и хотел знамения, и ему предложилось, чтобы, если ты хочешь знамение, вот тень от солнца, она может пройти вперед или вернуться назад. И вот что говорит Иезекия, 20 глава, 10 стих 4 книги Царств. «И сказал Иезекия, легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». Ну, вообще и вперед-то и не так легко пройти, если подумать с точки зрения математики, физики и всех наук, которые нам известны, вообще сотворение Вселенной. Но почему он говорит легко? Потому что нам так привычнее.
Мы привыкли, что стрелка хронометра, она движется вперед. Это для нас привычно. Мы и выражаемся так, по часовой стрелке. Она движется вперед. Поэтому, когда мы бежим вперед, для нас это более естественно. Нам что-то пришло на память, мы побежали вперед. Нас что-то начало беспокоить, мы побежали вперед. Нам дискомфортно, мы побежали вперед. Мы чувствуем нагрузку, мы побежали вперед. А Иезекия говорит, а если оно может вернуться назад? Вот это трудно. Это на самом деле трудно. А может ли стрелка часов нашей жизни повернуться назад? Петр и Павел, два великих апостола во Христе Иисусе, в своей жизненной истории хождения за Богом имели фрагменты или имели события, которые не предполагали, что они станут впоследствии героями. Когда мы думаем о героях, часто мы думаем, ну, должны быть предпосылки же для героизма. То есть человек должен иметь определенную биографию, выверенную, значимую, без каких-либо пробелов и тем более каких-то клякс, замарок. Но Петр и Павел, они не были такие. У них было что вспомнить. Если вы приедете в церковь, которая находится в Иерусалиме, она стоит на месте, где Петр отрекался. Там на верхушке церкви не крест, там петух. В напоминание. Спустя тысячелетия. Напоминание о том, что однажды Петр, который смотрел в глаза Господа и говорил, да я за тебя на смерть пойду. Ты просто не понимаешь меня до конца, Господь. Ты меня оскорбляешь вот такими выражениями, что я отрекусь, это вот они могут. Я никогда. И там, перед лицом хрупкой девушки, служанки, которая говорит перед всеми, так ты же среди них был, он отрекается. А после плачет, а после пытается ускорить время, убежать от этих воспоминаний. Я пойду ловить рыбу, я сделаю вид, что этих 3 лет в моей жизни никогда не было. Я вернусь к тому, к чему я привык. Но он не может. Павел, человек настолько жестокий, настолько религиозный экстремист, что написано, он не просто стоял только и одобрял убиение Стефана. Он стариков, детей, женщин влачил на судилище только за то, что те исповедовали имя Господне. Он изверг. Потом он проповедует в церкви, возможно, в этой церкви сидят люди. И он говорит, так слушай, я же знаю. Ты моего дедушку по улице влачил, как преступника, только за то, что тот верил в Христа воскресшего. История жизни Павла совсем не так начиналась, как хотелось бы. Но что в жизни Петра и что в жизни Павла, они смогли не просто убежать от этого, забыть это, они сумели получить свободу в этом. И мысль, на которой я бы сейчас хотел задержаться, нам иногда нужно получить свободу внутри того, что вызывает в нас стыд, брезгливость, отвращение. Павел говорит о себе в Писании, он уже церквям проповедует. Может быть, те люди и не знали даже, кто он был. Павел, давай не будем говорить об этом. Зачем ты всем рассказываешь, что ты был извергом? Давай уберем это из твоей биографии, почистим твою историю. Давай ты останешься только апостолом, через которым творятся великие чудеса. Он говорит, нет,
Я знаю истину, и истина в том, что мне нечем хвалиться, потому что я изверг по своей природе, но Христос Иисус наполнил меня своей благодатью, поэтому ныне я другой, поэтому ныне я свободный, поэтому я могу без стыда говорить о том, что делал, не потому, что не стыжусь сделанного, а потому что знаю свободу во Христе Иисусе. Нам нужно не только учиться ускорять время и убегать постоянно сами от себя, нам нужно научиться решать те вопросы, которые остались позади. Жизнь в потерянном времени – это когда мы находимся внутри тех действий, которые произошли давно, но они продолжают забирать наши жизненные ресурсы, нашу жизненную силу. Мы продолжаем получать опустошение от этих воспоминаний. Второе послание Петра, 1 глава, 9-15 стих. Я прочитаю вам большой отрывок. Апостол Петр говорит выше о добродетели, которая движет нас во Христе Иисусе. И после он дает вот такое выражение. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Апостол Петр, ты о чем говоришь? Разве ты не знаешь, что наши грехи прощены, что Он бросил их за свой хребет, что если они были багряные, то они стали белые? Петр все прекрасно это знает и сам некоторые из этих вещей написал. Он не говорит о нашем заключении внутри какого-то греховного осознания себя. Он говорит о том, что нам необходимо получить свободу, чтобы воспоминания, которые приходят к нам из нашего прошлого, в которых мы покаялись и обратились, в которые Христос Господь простил нам, чтобы эти воспоминания рождали в нас только торжество и силу воскрешения. Когда Петр говорит об этом, для чего он говорит, для чего он напоминает? Потому что знает, что в некоторых все еще нету свободы. Когда мы смотрим на грех, мы избавлены от факта согрешенного греха. То есть, если мы сделали грех, и мы обратились ко Христу, написано, Он, будучи верен и праведен, прощает нас. Да и аминь. Он простил твой грех. Ты избавлен от этого греха. Это абсолютная истина. Но ты не избавлен от возможности искушения в том грехе, который тебе уже прощен. Ведь не напрасно сам Петр впоследствии говорит, некоторые возвращаются в свою грязь, а Павел говорит, снова пленяются, а Христос говорит, берут с собой семь злейших духов и возвращаются. Когда Петр говорит о неком воспоминании и способности время от времени обращать свой взор на те периоды, которые нам не нравятся, которые нас беспокоят, которые для нас постыдные, он это делает не для того, чтобы погрузить нас вот в это состояние стыда или отвращения к самим себе, но для того, чтобы мы могли оставаться в истине и сохранять себя в свободе. Когда Павел помнил, каким он был, насколько его сердце было черствое, насколько он был жестокий, но Господь Иисус избрал его для служения, он, вспоминая о своем прошлом, не имеет никакой тяжести, но имеет свободу, чтобы снова не увлечься злой религией
и не превратить теперь христианство в то, что когда-то он делал из иудаизма. Так бывает в семье, когда мы проходим определенные эпизоды, и мы не всегда правы, и иногда мы совсем не правы. Но эти ошибки, эти неправильные вещи, как у Петра и у Павла, они не должны останавливать нас или тем более разрушать то, что Бог нам верил. Нам необходимо научиться получать свободу. И в послании к Коринфянам, 1 глава, 18 стих, апостол Павел говорит: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Он предлагает нам увидеть не просто наши неправильные поступки или неправильные просто поступки других людей по отношению к нам. Он предлагает нам увидеть крест, то место, где позор преобразовался в славу, где немощь преобразовалась в Божью силу, в силу, которая способна воскрешать. Воскрешать дома, семьи, детей, отношения, родителей, детей. Есть периоды в жизни Христа, которые описываются очень странным, например, образом. Например, книга пророка Исаия 53, 2, 4. Здесь, когда говорится о Христе, не говорится с позиции Его величия, господства, всемогущества. Там есть такой термин: «Мы отвращали от Него лицо свое». Что значит отвращать лицо? Это значит, даже зрительно я не хочу принимать вот в этом участие. Я даже зрительно не хочу, чтобы меня посчитали соучастником этого процесса или сопричастником того, кого я вижу. Мы отвращали лицо, но на самом деле в тот момент, когда мы отвращали лицо, совершалась великая победа и торжество Духа. В некоторых процессах нашего прошлого, от которого мы сегодня отвращаем наше лицо, совершается победа и торжество твоего духа, потому что сегодня ты живешь свободным от того, что пленяло тебя тогда. Иногда, слушая некоторых проповедников, я удивлялся их открытости, как они спокойно говорили о некоторых вопросах из своей жизни. И я думал, может быть, это как-то легкомысленно, как-то неправильно так открыто говорить. Мы не привыкли так говорить. Потом я понял, они просто получили свободу. Они живут, имея свободу, и смотрят на то время не как на потерянное, а как на обретенное, воскресшее во Христе Иисусе. Теперь, когда мы смотрим на то, что было через призму креста Господа, в послании к евреям, 12 глава, с 1 по 2 стих, там побуждает нас апостол, чтобы мы посмотрели на Христа распятого, чтобы нам не ослабеть душами нашими. Мы беремся за дело и не доходим до финала этого дела. Мы беремся за семью, за рождение детей, но по пути мы ослабеваем. Мы ослабеваем не только из-за того, что мы интенсивны и много делаем, мы ослабеваем из-за того, что мы тянем за собой слишком большой багаж, от которого так и не получили свободу. Поэтому, когда предлагается посмотреть, чтобы мы свергли себя запинающий грех и бремя, предлагается увидеть, что в Иисусе Христе есть не только освобождение от настоящих грехов, но есть и свобода от прошлых переживаний. Он может освободить нас. Так что после этого мы начинаем открытым лицом взирать на прошлое и уже обретать плод, как в другом месте написано, из ничтожного, извлекая драгоценное. Можем ли мы сегодня открытым лицом смотреть на то, от чего мы вчера еще отвращались? И если ты говоришь «нет», я скажу, значит, еще нету силы воскрешения в этом вопросе.
Когда сегодня вы в каком-то музее или в каком-либо храме, где есть Христос распятый в терновом венце или картина об этом событии, мы можем смотреть. Это нас не опустошает. Это не рождает в нас уныние и тем более отвращение. Знаете почему? Христос воскрес. И смотря на картину Его распятия, мы смотрим сквозь нее, видя силу Его воскрешения и видя силу воскрешения нас. Когда ты смотришь на свое прошлое, и ты не можешь открытым лицом смотреть, значит, еще нету силы, которая способна воскресить твое прошлое, чтобы оно благословило, а не проклинало твое настоящее. Давайте вспомним Иосифа. Я буду уже подбираться к завершению. Когда мы смотрим на историю Иосифа, она удивительна. Когда ты знаешь ее уже целиком, она простая. Когда ты изучаешь ее фрагментами, она сложная. Например, формулировка «И был Господь с Иосифом». Я бы употребил эту формулировку в нескольких эпизодах его жизни, а в основной его жизни, наверное, трудно ее употребить. Что значит «Господь был с Иосифом», а когда вот та женщина, разорвав одежду, обманула, а муж ее поверил, его бросили, в это время Господь на ланч выходил? Если Господь был с Иосифом, почему такие процессы проходили через его жизнь? Он мог бы сказать, это потерянное время в доме Потифара, в темнице. Это вырванное время из моей жизни. И, может быть, он даже так и думал. И находился в плену этого времени, которое израсходовало его, сгрызало изнутри, откуда... Я могу это предполагать, когда у него родился его первенец, он уже в пышной жизни элиты царства фараона. Своего первенца он называет Манасия, что буквально значит «Бог дал мне забыть злое прошлое и дом отца моего». И в этот момент, ну я так предполагаю, Господь улыбнулся на небе. Почему, вы скажете, я объясню. Когда ты называешь своего сына, Господь дал мне забыть, ты, я так понимаю, ну, как минимум раз в день его видишь и называешь его по имени. Господь дал мне забыть, Господь дал мне забыть. И вот мальчик растет, год ему это 365 раз, или сколько ты сказал, вот, 2 года, 3, 5. И ты так уже свыкся с идеей, что Бог дал тебе забыть. Манасия же у тебя сын. В какой-то, может быть, конфессии это бы назвали позитивным исповеданием. Не исповедуй это, исповедуй вот это. И у Иосифа было хорошее позитивное исповедание. Почему я думаю, что Господь улыбнулся на небе? Потому что хорошее исповедание было до момента, пока братья пришли. А потом теория исповедания была разрушена. Потому что, оказывается, ничего не забыл, а еще как помнил и не готов был сразу прощать. Проходит период, проходит время, и Иосиф больше не может удерживаться. Он устал. Он устал быть в плену своего прошлого. И он открывается своим братьям. Он падает им на грудь, он начинает рыдать. Он говорит, это я ваш брат. Он получает свободу. Он получает исцеление. Он восстанавливает то, что казалось навсегда разрушено. Его братья не верят в это. Они говорят, папа стареет. Вот сейчас папа умрет. И он сделает с нами все, что захочет. А они еще живут. Он уже свободный. Он уже может с улыбкой рассказывать, как его продали в рабство, как он поднимался. Он уже может семинары читать, как стать старшим в тюрьме. Он прошел уже это. А братья еще вне свободы. Братья еще живут в страхе.
Дорогие, но это же уже давно прошло, а нам все еще страшно. Нам страшно, что он изменит свое мнение и сделает так, как мы бы сделали с ним. Нам иногда страшно жить с Богом, потому что нам кажется, что Бог однажды передумает и сделает с нами то, что мы бы сами хотели, может быть, сделать, но не делаем. А Иосиф говорит: «Братья, я боюсь Бога». Он освобождает их от ответственности. И надо сказать: «О, Иосиф, ты такой сильный, ты молодец, ты дал им свободу». Он дал свободу не только им, он дал свободу себе. Он вернул себе потерянное время, ведь он мечтал не только о том, чтобы быть с отцом. Он был на тот момент младший в своей семье. Младшие, они смотрят на старших братьев. Они хотят с ними играть, они хотят участвовать, они хотят, чтобы те гордились ими, они хотят как-то взаимодействовать. Но эти старшие братья, они продали его, они отказались от него. В его жизни было потерянное время не только в точке зрения экономики, семьи, но и взаимоотношений. И в момент, когда он через крест, через смерть и воскресение отпускает своих братьев, он восстанавливает не только их достоинство в своих глазах, он возвращает потерянное время. Когда мы рассуждаем о времени, мы часто зовем для рассуждения, используем материалы пользователей. Мы можем изучать тайм-менеджмент, мы можем изучать какие-то другие науки, касательные времени, расписания. И это правильно, нужно уметь регулировать и распределять свои жизненные потоки. Но было бы неплохо пригласить в вашу беседу того, кто является разработчиком времени, чтобы говорить не только с пользователями, но чтобы поговорить с тем, кто это создал. Иезекия отвернулся, он начинает плакать. Он начинает говорить Богу, он начинает плакать. Он включает в процесс того, от кого зависит время, того, который живет вне времени и пространства, включив его в этот процесс, он получает 15 лет жизни. Бог просто обращает время. Мы вначале говорили, эмоции не от того, что мы не знаем, что мы умрем. Эмоции от того, что мы переживаем об упущенном. И Бог возвращает ему время, чтобы он мог себе вернуть упущенное. Сила креста в нашей жизни сегодня, она обращает время. Она возвращает нам потерянное время так, что выводит нас на свободу и дает нам возможность в том, где мы сегодня живем, чувствовать полноту того, что мы имеем. Прославление, пожалуйста, выходите. Когда мы смотрим на крест в таком контексте, а я думаю, можно посмотреть и в таком контексте, слова Христа перестают быть такими страшными. Кто не берет своего креста и следует за мной, тот недостоин меня. И часто мы эту формулировку приписываем к состоянию такой души человека в таком страдальческом состоянии, отяжеленном состоянии, уничиженном состоянии. Но, может быть, можно посмотреть на эту формулировку, кто не берет своего креста, как на инструмент, который возвращает нас в славу, который свидетельствует о благодати, который говорит о том, что не мы, а Он. И тогда этот крест перестает быть чем-то страшным, угнетающим, жутким, тяжелым. Он становится украшением твоей жизни.
Он становится предметом твоего достоинства. Он становится твоими часами, которые показывают тебе силу воскрешения и надежду и упование жизни вечной. Проповедь называется «Обратить время». Завершая, я хочу вам дать еще одну историю из моей жизни, не из Библии. Когда в Советском Союзе еще на тот момент отец поступил в институт, хотел образования, ему, наверное, было, может быть, за 30 чуть-чуть, встретил там девушку, как ему казалось, видимо, полюбил. В семье начались, конечно, проблемы. Потом они нашли себе сил, восстановились, переехали мы в другой город. В моем подростковом возрасте он ушел, все-таки уехал. И большинство моей молодости, жизни, она проходила без него. Уже будучи пастором, верующим, я смотрел на эти периоды, и я думал, это мое потерянное время. Ведь я не имел с ним того времени, этого времени. А во многих эпизодах, которыми я его вспоминал, это было отвратительно. Я даже не хотел вспоминать об этом. Когда мы уже жили в Санкт-Петербурге, я помню, он приехал. До этого я его посещал. Потом он посетил нас, он был в церкви здесь. Мы только начинали собрание проводить, может быть, год-два, может быть, мы как собрание собирались. Я помню наш разговор во дворе. Я подарил ему золотое кольцо, на котором было написано «Отец». А он смотрел со слезами и говорил: «Я знаю, если бы не Бог, ты бы никогда меня не простил». Он был простым рабочим, квалифицированным, хорошим, но рабочим на заводе. И он весь год собирал деньги, чтобы потом приехать к нам и помочь нам с ремонтом дома, побыть с нами, провести время с внуками. И в тот момент Бог дал свободу. Он не просто вернул отца, он не просто дал ему покаяние, он вывел нас из ловушки потерянного времени. Больше жизненные, эмоциональные, душевные ресурсы не тратятся на то, что было больно, что было горько, что было обидно, что хотелось бы изменить. Больше силы на это не тратятся. В мою жизнь вернулся Отец, и я благодарю Бога за каждый день, который Он еще дал нам после этого. Он уже с Господом на небесах, я проводил Его. Он снова стал героем в моих глазах. Скажешь, а что он сделал великого? Ничего. Но крест Иисуса Христа обращает время. Зачем нам с тобой жить в проказе? Зачем нам с тобой чесаться от того, что мы неправильно поняли время? Мы его не разглядели. Не лучше ли нам, как и Нейман, окунувшись в чистую реку вод Иордана, выйти оттуда обновленными, очищенными, с радостью Святого Духа? Давайте встанем для молитвы. Моя молитва сегодня вместе с вами о том, чтобы Господь помог нам обратить время. Ведь если Он это сделал для Иезекии, если Он смог откликнуться на эмоции того царя, неужели Ему безразличны сегодня твои эмоции? Они Его точно так же беспокоят. И Он способен исцелить не только твое настоящее,
но и твое прошлое. Это не значит, что он там что-то изменит, он ничего там менять не будет. Иосиф, там ничего не изменится. Он говорит, да я знаю, да и не надо ничего менять, потому что я уже не живу в этой ловушке. Павел, ты изверг, да, я был таким, и я этого не стыжусь, потому что Христос Иисус в этом восторжествовал, и я уже сегодня другой. Там ничего не надо менять, мы этого не можем, но мы можем получить свободу здесь и сейчас. Выйти из ловушки потерянного времени и обрести